всем огромный привет. Мы идем с Юлей в... куда? ТСК Солнечный. Зачем? Не знаю. Заплатим. Ой, вчера ничего не было. Вчера готовила овощной пирог, говорила вам что-то с ним рецепт, но решила не снимать, потому что ничего сложного вообще. Если кому интересно, я прикреплю в следующем видео рецепт. Очень жарко у нас на улице, никаких сил, никакого настроения, громада есть. Вот в данный магазин меня звали работать, но я ее уже засняла. У Юли сегодня день рождения, ей исполнилось... Не говори, как вы думаете, сколько мне? Блин, я даже проговорить не смогла. Вот. Еще вчера мне звонили из одного из университетов, но мама, по-моему, не хочет, чтобы я там обучалась. Хотя я поступаю на бюджет, и я в принципе... Нет, вот ты на коммерцию не пойдешь, мама. Да? Да. О, ну что, я короче, туда поступаю, ребят, надеюсь. Я год назад туда и думала, что как бы я пойду. Такие делишки. Сегодня мне приснился очень интересный сон. Угадай, какой у меня сон приснился. Ну, это невозможно угадать. Ну, как, я сплю на полу? Нет. Сегодня Юля ко мне... Сегодня Юля легла спать на пол, а потом пришла спать ко мне и обняла меня. Я помню. Ага, нет, я помню. Ты дура, я тебя толкала. Я помню все. Нет. Ты меня не толкала, это я тебе, помню. Я тебе такая, подвинься, потому что ты лежала на всем диване. Короче, мне приснился сон, что я... Вообще, я сегодня в 3 часа ночи проснулась от того, что у меня зачесалось ухо, как будто у меня там кто-то ползает. Прям вот так мешало. Это криво. Ты дура, что ли? И в итоге мне снится сон, что я смотрю вот так в зеркало, и у меня там 5500 рублей. Я серьезно говорю, я помню прямо эти купюры. Я вот так их начинаю вытаскивать, у меня деньги появились. Это я слишком много просто думаю о деньгах, наверное, поэтому мне такое снится. Поднялись мы в сумму. Ну, в Витон сейчас зайдем. Вот, вот, пожалуйста. Он еще забыл. Или зацепил данный вариант. Что, миски брать? Она хотела. А мне взять? Вот не хотела ты, случайно? Миски брать, Ленки не брать. Я тебя тоже прошу. Такой красивый цвет. Так, дорогие друзья, голосуем. Как вам такой вариант? Ну нет, он мне юбка не нравится, все. Просто она дешевая была. Платье номер 2. Ну как-то сливается с тобой, нет. Пока. Галактика. Не оправдала мои ожидания. Иди. Гляните на нашу погоду. Сейчас ливанет. Дождь, град, все вместе, возможно. Ты рада? Нет. Мне вообще все равно хоть. Мне вообще плохо. Ну, короче, я надеюсь, будет дождь. Мы два красивых платья, и она мне говорит, что она ищет платье на свою свадьбу. А ты даже не знаешь, что... Она мне врет. Прекрасно. Типа... Кто такое на свадьбу надевает? Сейчас мода другая. У меня мода огромная будет. Такой огромный. Прямо и налево. А брючные не хотите? Как вам цвет, друзья? Нет, мне кажется, тут лучше будет. Сфоткай, Ваня, отправь. И напиши. У меня не работает интернет. Тут. WhatsApp, да? Как вам? Запоминайте первый цвет. Ну, это в любом случае, мне кажется, надо брать на другие какие-то праздники. На работу. Еще раз сзади полностью. Номер 2. Он мне нравится больше, явно. Ну, по-моему, да.
Или не знаю. А? Ну, наверное, да, не знаю. Ну, еще представим коньяки, да. Еще не забываем, что мне нужно танцевать. Мы дошли от одного магазина в другой. Мне, короче, вода резко у нас попала. Так больно. Я не всегда буду таким. Мы купили бигуди. Не понимаю, конечно, зачем это. Мы пришли в Додо. И это, правда, тут очень долгое ожидание. Но мы ждем. Всем привет! Уже вечер. Сейчас мы празднуем Юлин Дере. И, к сожалению, мне сейчас нужно будет ее поздравить. Понятия не имею, что мне говорить. Уф, я не люблю. Ты для себя, для Юли. Я не люблю. Для а вы помните вообще, что было в том году? Тебе это было. Ну, хорошо. А ты помнишь, да? Она меня разбудила утром с колонкой. Сегодня что? И снимала еще это все, да. Да? Я не помню. Это сегодня утром было. Как ты можешь помнить, если ты не будешь? Да. Короче, сегодня? Поздравляю с днем рождения. Счастья, здоровья, любви, успеха. Я, короче, переезжаю в Уфу? Не знаю. В смысле? Ну, надо быстрее документы собирать. Удачи для жизни со мной. Ну, если мы вместе будем жить, ну, ты будешь собираться всегда. Я вообще-то люблю чистоту. Готовить все. Ну, короче, вот. Извини, что нет. А? Коронавирус. Иди поближе. Но мне нужна заставка 4 кадра. Ничего, открой. Да не знаю, ты ничего просто так не сделаешь. А что, я буду как урод на обложке видео? На всеобщее обозрение. Такой получился влог, но это еще не конец. Вчера мы праздновали день рождения Юли. В субботу мы опять его празднуем. Только уже со всеми родственниками. Вчера чисто с семьей. Адалина что-то пишет. Вот. И, короче, в субботу нужно ехать в деревню. Там будет опять родственников много. И в прошлом году, когда я поздравляла Юлю, я случайно заревела. Прям очень сильно заревела, чтобы вы понимали. И не дай бог в этом году повторится та же история. Еще прикол в том, что я даже не знаю, что говорить. Я в принципе не люблю поздравлять, потому что это такая вещь, блин, все на тебя смотрят, хоть это и родственники, но все равно мне очень стрёмно. И, в принципе, это был конец влога. Сегодня я буду снимать с Никитой клёвый влог, так что смотрите, ждите. Огромное всем спасибо за просмотры, за подписки. Я немного халтурю в плане роликов. Я думаю выставлять теперь не ежедневно, а хотя бы через день, через два дня, потому что я, честно, я устала, и особо ничего интересного в жизни не происходит. Но сегодня я поснимаю влог, и завтра его для вас выкладываю. Всем огромное спасибо, и всем пока.